Так, ну вот здесь внизу санаторий, я вижу тут Днепр, санаторий. Получается, что он в районе маяка, только ниже. Ниже пройдем по дороге от санатория Днепр. Тут красивая территория. Это старый санаторий, советский еще времена был построен. Поэтому здесь все такое, как раньше делали, капитальный парк с растениями, не то что сейчас. Ну, вот сейчас посмотрим на ту фонтан впереди. Полюбуемся фонтаном. Вот растение, кедр атласский сизый. Вот сам фонтанчик. Красавчик. Смотрится очень эффектно. Люди фотографируются здесь. О, отсюда вид неплохой. Сейчас надо фото сделать. Продолжаем экскурсию по территории санатория Днепр. Очень ухоженный парк. Старый, видно, много-много лет ему. Дети тут играют, все, цветы. Все как положено. Вот еще растение какое-то. Даная. Как все равно в ботаническом саду все подписано. Растения уникальные, наверное, есть. Там какие-то площадки детские. Шикарный санаторий, надо сказать. Съемка санатория Днепр, тут с обзорной площадкой. Обзор пляжа, набережная. Роскошный парк. Вот здесь табличка, сейчас прочитаем. Так, памятник садового парка архитектуры. Харакский парк, середина 19 века. Ну вот, пожалуйста. Середина, я думаю, что он старый. Да ему уже скоро 200 лет этому парку. Вот, конечно, так отделано все. Античная беседка. Ага, это вот тут наверху. Смотрим. Вот она античная, это типа в греческом стиле. Да, вот такой вид имеется. Идем дальше по парку вдоль ограды.
Вниз посмотрим. О, здесь вот такие виды. Так, поехали дальше. Еще одна античная беседка, маленькая, более современная. Крест какой-то стоит. Так, фото надо. Идем по парку дальше. Поднимаемся, небольшая лесенка старинная, видно. Так давно так не укладывали кирпичи. Таким образом, интересно очень. Да, санаторий роскошный. Лифт, лифт, пляж, водолечебный корпус направо. Лифт есть к морю даже. Вот так. Пятый корпус у меня идет. Он огромную территорию занимает. Ну что, прибыл я. Это какой-то спуск вниз. Вот. Скорее всего. Так. Скорее всего, спуск к морю. Пойдем по этим ступенькам и в сторону Марата. Надо подниматься. Там Шура осталась без ключей. Поехала на подъемнике. Я хотел сходить на мыс. Это двор. Так что она там где-то ожидает меня. Надо идти домой. Опа. Тут перегорожено. Не очень-то и пройдешь. Да. Площадки, люди отдыхают. Так, что делать? Оказывается, у них здесь есть лифт к морю. Но я вот нашел еще одну тропку, по которой, скорее всего, можно спуститься все-таки вниз. Потому что видно, что она такая, по ней ходит. Тоже старая. Да, вот тут люди, так что я пойду тоже сейчас туда, по ней. Ага, а вот она идет, бьется зигзагами. Отлично. Через 5 минут буду внизу. Хорошо. И через 20 буду около Марата. Ничего, Шура долго ждать не будет. Очень интересный лифт. Вернее, лифт спуск очень интересный, аккуратный. Так заделано все. Спускаться удобно, широкая такая дорожка.